Здравствуйте! Сегодня будем проявлять вот эту пленочку Codec Vision 2500T, предназначена для ламп накаливания. Просроченная реальная светочувствительность 125 единиц ISO. Значит, сажевый слой я не снимаю перед проявкой. Будем проявлять в машине. 41 градус с половиной ванна. Очень многие задают вопрос, что делать с сажевым слоем. Сажевый слой я убираю после того, как проявляю. Значит, вот химия вот имеет такой цвет. Уже проявлялась именно с этой химией 4 пленки. Сейчас еще 2 проявляю. То есть сажа, если она там и попадает, то она вон там, видите, может ссыпаться вот так вот. Пошел слип химии. Чуть-чуть сажи остается, но основная сажа остается. Имею в виду, что с химией мало ее уходит. Сажа выйдет в осадок и все. Профильтровать. Сейчас у нас отбелка. Ловим отбелку. Вот такой она цвет имеет. Такой она будет иметь. То есть все, что там осадки, все оно уходит и никак не влияет на вот такой он. Чистенький, хороший цвет. Пополняющий раствор фиксажа. Это только что из проявки. Заливаю доверху всегда, чтобы воздуха не было. Значит, сначала заливаю. Пополняющий раствор. 2 пленки отработал. Значит, на 2 пленки заливаю раствором. Остальное пополняю тем, который у нас уже был в проявке, фиксаж. Остатки выливаю прямо вот сюда. Все, промывки финальные. 6 раз. Вот и все. Вот он сажевый слой. Весь. Видите, как он быстро снимается? Практически. Вот он, сажевый слой. Как легко и просто снимается. Одной рукой.
Вот и все. Другая пленочка тоже. Вот он такой матовый сажевый слой. То есть снимается он очень легко. Я же говорю, одним движением. Вот он. Вот это вся сажа. Очень легко смывается с этой же тряпочки.